Как может повлиять на организм чрезмерное употребление сладкого, гастроэнтеролог? Чрезмерное употребление сладкого влечет за собой болезни. Летом в сильную жару люди часто страдают обезвоживанием. Если в это время еще и есть сладкое, пить захочется еще больше. Однако употребление большого количества жидкости иногда может навредить. Так, к примеру, у людей, больных почками или сердечно-сосудистыми болезнями, могут появиться отеки, повысится давление. А еще от большого количества могут быть перепады настроения. Кроме того, чрезмерное употребление сладкого может спровоцировать рост условно-патогенных микроорганизмов и усугубить дисбиоз. В результате это может сказаться на коже, появится акне. Если ты не можешь без сладкого, лучше съесть ягоды и фрукты. В них содержится много клетчатки, а также сочетание глюкозы, фруктозы и сахарозы.